29-й международный туристический форум «Визитраш», открытая студия 1-го Ярославского, продолжает свою работу. Сейчас наш гость Тима Холла, главный хранитель коллекции музейного центра Ваприйки. Тима, здравствуйте. Итак, мы рады приветствовать вас в Ярославле. С чем связан именно ваш интерес к международному туристическому форуму «Визитраша»? Это прекрасное место. Я первый раз в Ярославле, но уже невероятно впечатлен городом. Великолепная история и культура. Очень рад принимать участие в этой конференции. У меня есть возможность встретиться и пообщаться с моими российскими коллегами. Мне интересен их опыт в развитии музейного направления. Интересно узнать о лучших практиках и проектах. В свою очередь, я готов рассказать об опыте Финляндии. Тима, пожалуйста, расскажите о вашем музейном комплексе. Я знаю, что он находится в городе Темпера. Финляндия насчитывает 10 музеев. Да, спасибо за вопрос. Вы правы, я представляю музейный центр Ваприйки. Он находится в городе Тампере, это третий по размеру город Финляндии. Площадь комплекса 4000 квадратных метра. Здесь находится 12 различных выставок. Это и музей истории, почтовый музей, музей финских игр и финского хоккея. Очень много интересных и разных экспозиций. Ежегодно мы проводим не менее 300 фестивалей и мероприятий. У нас очень оживленная музейная жизнь. Тима, с учетом вашего опыта, как сейчас современным музеям в эпоху цифровых технологий, в эпоху диджитал быть востребованными для своих гостей, для путешественников? Это крайне важный вопрос, и мы всем коллективом нашего музея очень много размышляем об этом. Мы всегда должны создавать новые современные подходы, в том числе цифровые, например, внедрять элементы виртуальной реальности. Это нужно, чтобы сделать музей максимально доступным для всех, чтобы в музей, в буквальном смысле, мы могли зайти из дома, чтобы был доступ к множеству коллекций. Но в то же время нельзя забывать про образовательный аспект. У музейщиков есть важная задача – сохранить материальное наследие. Именно поэтому ваш вопрос сейчас имеет особую актуальность. Если можно, личный вопрос, есть ли у вас любимый музей в России? Действительно, мне посчастливилось посетить несколько музеев Ярославля. И что меня особенно поразило, так это музей «Музыка и время» на Волжской набережной. Просто фантастика. Здесь столько интересных экспонатов. Я получил прекрасный практический опыт. Так что пока это мой любимый музей в Ярославле. Но я надеюсь, что у меня будет время, и я смогу познакомиться и с другими выставками города. Тима, я благодарю вас за интересную беседу и ждем вас вновь в Ярославле. Я напомню, гостем открытой студии был Тима Холла, главный хранитель коллекции музейного центра в Ваприйке.